получен на чемпионате мира этого года, между прочим. 60 баллов – это всего лишь на 5 баллов больше, чем у Александры Ивлевой в короткой программе. Катается Елена Соколова тоже под Нессун Дорма Джакомо Пуччини, но это совершенно другое катание, нежели то, что мы видели несколько минут назад. Елена Соколова. Елена Соколова, также несколько город Москва. Оборотов своего вращения. Завершение программы делает уже вне музыки. Но не в этом таится главная беда. Беда таится в том, что всю свою концентрацию она отдала первому прыжку. И на второй уже не собралась. Лут, кстати, прыгался, хоть и выглядит, что скорость здесь была великой, но на самом деле скорость была небольшой. Двойной Ридбергер вместо тройного. И не очень красиво на выезде. Сейчас бы вот собраться бы, выйти и уничтожить всех своих соперниц одной единственной программой короткой, чтобы в произвольной к тебе уже вообще никто не мог подступиться. Так просто это сделать на словах, так сложно это сделать в реальной жизни.
Спасибо, да. Эмоционально, душевно. Есть над чем работать. Ну вот, как будто ничего не меняется. Елена Соколова набирает 53 балла, то есть занимает второе место после Александры Ивлевой, отставая на 2 балла 75 сотых. Можно было предположить, что она, как это говорится, в одну калитку выиграет короткую программу, да и вообще эти соревнования.